Друзья, всем привет! Сегодня я поделюсь с вами хорошей новостью. Нас заселили наконец-то в хороший номер, в который мы и хотели заехать изначально. Это Family на 11 этаже. Итак, сейчас я переключу камеру и покажу вам. Вот он наш номер 2108. Находится на 11 этаже. Открываем дверь. Заходим. Так, ставим карту. А там уже стоит. А, вон прямо стоит. Вот сюда, короче, карту перепутал. Ладно, тут у нас так работает электричество, не буду вставлять. Тут уже мы раскидали обувь, одежду. Здесь вот шкаф. Ну, в принципе, он стандартный, как во всех номерах. Полки. Так, что тут у нас санузел. Санузел Family такой же, как и в стандартах. Душевая кабина, каскадный душ, лейка-поливайка, унитаз. Такие вот пакетики накладываются на унитаз для пользования. Туалетная бумага. Вот это вот платно. Вот здесь косметика от Ромады Плазы в коробочках бесплатно для тех, у кого ультравол. Так, ну здесь ванная обычная, стандартная. Дав, шампуни, кондиционеры, полотенца. Вот. Ну и вот этот вот крюк, как я раньше вам говорил, но там почему-то оборвалось. Если он поднят, то вода набирается, а если его отпустить, задавить, а он, кстати, и не работает. О, он здесь не работает, поэтому у нас просто какая-то заглушка. Ну ладно, идем дальше, смотрим, в чем же, из чего же состоит Family. Ну здесь опять же, как обычно, зеркало, зеркальная ниша. Чайник, чай, кофе, чашки, холодильник. Нижняя полка бесплатно для тех, у кого ультравол. Здесь вода, напитки, пиво Эфес баночное. Верхняя полка платная. Но это тунец, это мы себе купили, и суджук. Это тоже платно, все, что стоит в дверце. Даже для тех, у кого ультравол. Также здесь есть утюг. А вот здесь вот раскладная гладильная доска. Ну, до конца не буду открывать, тут коляска у нас стоит. Так, здесь вот такая вот двуспальная кровать большая. Кресло, тумбочка, светильник. Картинка стандартная в Ромаде Плазе. Стол со шкафами, полочка, все, что на полочке лежит, это тоже платно. Телевизор. И выходим непосредственно на балкон в этой комнате. Вот такой вот открывается вид с 11 этажа отеля Ромады Плазы. Впереди черный квадрат, торговый центр Марк Анталия. Вот такой вот вид. Ну, здесь стандартная сушилка для белья. Идем дальше в другую комнату. Итак, заходим в другую комнату. Комнаты смежные. Это минус, конечно. Здесь у нас стойка, тумбочка, телевизор. Кондиционер, система кондиционирования воздуха. Большая двуспальная кровать также. Здесь тоже тумбочка, стол, полочка, кресло. Ну и выходим на террасу. Здесь уже именно терраса, а не балкон в этой комнате. Вот она, смежная с тем балконом, где мы только что были. Здесь такой же вид.
у нас боковой на город и выходим на море. Вот такой вот вид уже вот здесь хороший. И вот такая большая у нас терраса. Стол, стулья, шезлонг стоит на террасе. И здесь вход в комнату другую. Вот бассейн видно, Ромада Плаза Антали. Люди купаются, загорают. И море. Итак, заходим. А вот уже у нас пришел Виктор. Заходим. Через вторую дверь еще покажу вам, как выходит. Вот мы вышли сразу сюда. Через вторую дверь. Плывут кораблики. Отель Ромада Плаза как бы пирамидальный. И вот мы видим, что под нами находятся такие же террасы. Иду дальше вниз. Ну все. На этом завораживающем, оптимистическом видео я с вами прощаюсь, дорогие мои подписчики. Ну а новым зрителям желаю, подписывайтесь, пожелаю, чтобы вы подписывались на мой канал. Дальше будет больше, много интересных роликов про отели, про Анталию и про что-то еще. Всем пока-пока!